Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас новый выпуск лотерей. Начинаем мы с самых дешевых, с лотерей Смайлото. Скоро будут обзоры еды. Так, здесь без выигрыша. Ребята, кому нравится рубрика лотереи, ставим большие пальцы вверх, делимся этим видео в социальных сетях. Здесь тоже, к сожалению, без выигрыша. Поехали дальше. У нас лотерейка «Чемпион». Одна из моих самых любимых лотерей. Так, тут мы проиграли. Что-то пока нам не везет. Идем дальше. 7, 8. Тут мы по-любому выиграли. 2, 4 гривны. Первый выигрыш на сегодня. 4 гривны. Идем дальше. Давайте Эльдорадо. Так, лотерейка Эльдорадо. Тоже вам... Вы ее знаете. Начинаем. Так. Думаю уже, что двадцатку выиграли. Сейчас я ракурс сделаю получше. Так. Что нас очень сильно подняло. И пришли мы с вами, ребятки, в тупик. Вот, мы в тупике, к сожалению. Далее у нас лотерея Сафари. Так, сейчас я быстренько ознакомлюсь. А то я уже не помню. Так. Начинаем стирать, там уже разберемся. Так, это у нас... 220 километров, 270. Тут мы проиграли. Теперь вторая игра. Две машинки. Если бы было три машинки, мы бы сорвали джекпот в 40 тысяч гривен. Так, и последняя новая лотерейка. Называется Таро. Вот такая вот интересная лотерея. Так. Значит, тут таковы условия. Стираем там, где написано «играть». Если там есть какая-то сумма, значит, мы ее выиграли. Тут без выигрыша. Тут у нас какой-то нолик. Сегодня, к сожалению, мы выиграли только 4 гривны. Потратил я на все лотереи вместе 30 гривен. Сейчас мы пробуем снять эту пленку, блин. Она не хочет сниматься. Тут какая-то у нас карта. И вот нолик. И мы читаем, что у нас. Кто захочет почитать, нажмете на паузу и почитаете. А с вами был China Best. Подписываемся на мой канал, ставим большие пальцы вверх. Всем пока!